Всем привет, ребята. Ну что, мы на аккаунте моего подписчика героя Георгия с ником Фантазер. Находится он в гильдии Брянск 32. Третье, четвертое, первое, вторые места битвы гильдии Атака Фортов. После четвертой, пятой, 20:30, 21 час, 21:00, наверное, бегаю обязательно. Атака Фортов 20:00. Кидайте заявочки, вступайте. Такс, окей, поехали посмотрим на аккаунт. Аккаунт, ну, немножко донатный, немножко грешит. Поехали посмотрим на героев. Вижу, скин у него уже есть. Так, нету у нас космо, нету командоры, землеройки. Короче, все стандартно, все понятно. Поехали сразу ролить. Не будем тянуть время, потому что время уже позднее. Надо уже ложиться баиньки. Баи, баиньки, баю. Сейчас мы тут наролим имба героев ему. Но это не точно. Все может быть. Кто его знает? Ниндзя. Профессор Рибет, Медуза. Что-то, блин, каждый коллекционер и... Ничего себе. Сразу же троечка нам выпала. У меня уже голос садится. Целый вечер записывать видосы после тяжелого рабочего дня, и нам падает Сноу. Дэн Сноу, Джон Сноу, Дэн Сноу. Ледяной Феникс, вот, пожалуйста, вот на, пожалуйста, распишись, у тебя он уже есть. Блин, как обидно, почему не кому-то другому? Я хотел сказать, вот это вытащили имбу. Ронин, Варлок и Шаман, Шаман, Шаман. Смотрите, слово Шаман, и падают студеные рыцари. Просто Шаман. Короче, нашаманили мы, походу, студеных там дофигища на коллекционера. 11:15. Обалдеть. Ну, поехали дальше. Дед Мороз. Череп призрачный. Инди. Ну, рандомчик, давай уже. Я понимаю, что вот ты дал ледяного феникса и типа все, свободные пацаны. Ну, мы ж на этом не сдадимся. По-любому сейчас нам выпадет. Дрейк, запарил ты меня. Опять череп. Что это такое? Что творится? Асса. Асса. И вот бугимен, ребятушки. Вот так вот мы жахнули их. Нам не нужен покемен, а аса нам нужен. Хоть что-то недостающее мы вытащили. Реально жесть. У-ху-ху! Ебой! Ну что я могу сказать, ребятушки? Вот так вот. Никто не сдается. Валентина, Варлок. Ну, с вас, конечно же, лайки, репостики, все дела. Ща мы ему тут еще вытащим. Я уже просто, честно скажу, устал. Вытащил я ему имба героев, собрал коллекционера, ну, самого нижнего, не всего, конечно же. И я очень рад, потому что я скоро пойду отдыхать. Впереди выходные, куча видосов у вас. Нормально, под музычку заролили, все отлично. Баю, баюшки, баю, не ложись на краю, тебя теперь... Дальше не знаю, короче, сочините сами. В общем, как по мне, очень и очень эпичненько у нас получилось. Очень даже. Космище. Просто космище и аса. Что еще надо, вот реально? Да, короткий видос, да, мы тут не балаболим очень много, что вот так, так, так и так. Я быстренько паролю, но зато я сделал свое дело. Можно теперь гулять смело. Опчик. Ну что, поздравляю. Пишите комменты, ставьте лайки, ждите новых видосиков. Всем удачи, всем пока.